короче, это уже ночь перед контестом. Скут готов, все готово. В принципе, я тоже готов уже прямо сейчас ехать на контест. В прошлом году я взял 3-е место и бестрик. Но в этом году я постараюсь выложиться на полную, показать то, что умею, то, что научился, и то, что я уже делаю стабильно. Скейт, 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 бери, бери. В общем, я приехал сюда в 8 утра, сейчас уже 9:30, через полчаса начинается регистрация. Я разложился с бар ту бар и больше ни разу не поставил. У меня болит локоть и спина теперь, но я сделал фингер не так стабильно, как вчера. Откатаю, как получится, а дальше буду смотреть. Сейчас с Игорем поснимаю от первого лица. Игорь наконец-то дал крепу. Чё, Женя, чё от контеста ждёшь? Жду крутых трюков, потому что уже реально ребята делают крутые вещи. Так что я думаю, в этом году будет серьезнее всего. Вы миксеры, покиньте площадку. Сейчас время самокатеров. Ваше время будет позже. Как бы странно ни звучало, да? Короче, я походу просрался. Надо будет в финале нормально все сделать, иначе будет плохо очень мне и обидно. Я реально в начале, в финале начал просирать свою попытку, там не поставил бар-ту-бар и не поставил фингер. Я думаю, бля, если не сделаю эти трюки, то мне по сути нечего делать. И я думаю, надо добрать и то, и то.
Ты как? С чего ты упал? Нет! Он хотя бы бестрих сделал нормальный, а то попытку засрал. Короче, отдыхаем, все на релаксе, ждем того, как, судя, подведут все, и я поеду домой, потому что очень устал, и как-то все болит, блин, буду отдыхать сегодня. И мы очень внимательно следили за тем, как вы катаетесь. Судя по прошлому году, вы набрались очень больших результатов. То есть реально ребята показали класс, и судить было действительно сложно. Но все-таки придем к этому моменту. Третье место. Поприветствуем Ивана Карпалича. Иди сюда, Ванечка. Ты заслужил свое третье место. Получаешь отличный диплом и пару бег! Фотографируйте победителя! Ваня! Ваня, покажись! Итак, на этом мы не заканчиваем. И второе место получил наш рэпер. И вы все знаете, кто это? Лил Бой! Лил Бой, подожди за своим призом. Где-то там, вот, держи тебя. Пара колес инфинити. Держи. Посмотри сюда! Все, с призами! Да, с призами! Еп! Смотри, красавица! Раз, два, три. Мы плавненько подходим к первому месту. Василий Версач! Раз, два. Отлично. Первое место занимает, как вы думаете, кто его занимает? Андрей Вышкин! Поприветствуем нашего бесплатного победителя! И он получает рубль! Отлично! Да ну нахуй! Андрюха! Все, поздравляем всех победителей, всех. Но и без этого... Это белорусы дали руль, прикиньте. Были потери. И помимо этого, у нас еще был бест-трик. Макар, йоу! Механик, йоу! Красава. Это не просто подшипники, если я на этих подшипниках катался больше года, и они вообще не люфтили, поэтому... Они реально крутые. Также мы хотим отметить Игоря, потому что он сделал первого вообще в Беларуси фронтрай. Этот трюк. Алло. Алло. Так. Но мы не планировали, что в той стрике будет два человека, поэтому мы просим сегодня, либо на днях, заехать к нам в магазин, и мы также дадим ему 4 таких же подшипника. И... Следующая категория — это Best Fail. И я думаю... А как вы думаете, кто? Илья! Я помню, что я тебе вчера говорил. Чисто символически, чтобы было приятно. Сам поднялся, красавчик. Поздравляю. Спасибо. Короче, до этого он тренировался много дней. Ставил там бар-бар. В итоге, в финале, первые трюки он не сделал. А потом он все-таки доделал эти трюки, и все. И он сам... Все, ёпта. А теперь сальтуха в воду. Короче, на этом все. Я выиграл Т-образный руль RAD, занял первое место, как вы поняли. И я думаю, стоит поставить лайк, а мы с пацанами поедем уже домой. Андрей реально крутой. Вот, а, в натуре. Вот первый человек в Беларуси, который выиграл какую-либо нормальную деталь. Вообще что?
Ну, то есть до этого у нас разыгрывали максимум колеса, грипсы и подшипники и шкурки. Все, а тут вон рулек, короче, Андрюха его выиграл, значит, он крутой. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Там в описании будет всякая важная инфа, там на инсту Андрея, на ВК Андрея. Вот. А я поехал, и вы тоже. Всем... Шнурок. Гуччи, Ген. Короче, будете... Хочешь майку Гуччи? Да, давай. Короче, пацаны, будете участвовать в контестах, райд скутер. Будете вот так же жить, вот как мы со Шнурком живем. Вот, чувак, мы недавно подняли это все на пип. На контесте мы поднялись. Вот, кстати, руль, и у него, типа, высота